Новочебоксарский инспекторский участок МЧС России по Чувашской республике совместно с сотрудниками полиции и ГОЧС города Новочебоксарска провел очередное патрулирование по набережной реки Волга. В процессе патрулирования проводилась разъяснительная и профилактическая работа среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных акваториях с распространением памяток по правилам безопасного поведения на водоеме в летний купальный сезон.